Третий день нашей рыбалки с Михалычем. Приехали на Обь рыбачить на донке. Штормовой ветер. Не знаю, поймаем, что нет. Вот эта донка у нас на червя. А ту донку Михалыч пошел закидывать, на кукурузу будем ловить. Не знаю, попадется, что нет. Ну, погода вообще ветрище ужасно. Так, ничего мы не поймали с Михалычем на Оби. На этом рыбалка наша заканчивается. На Оби. Да, Михалыч? Ну ничего, главное процесс. Погода. Да, погода плохая, шторм на Оби. Волна огромная, то есть рыба вообще не клюет. Вот как-то так.